Встречаемся в середине недели, и это уже хорошее начало дня. Доброе утро, говорим мы вам и напоминаем, что вы смотрите Первый городской телеканал. В эфире программа «Новое утро» с Асель Арыстанголиевой. 7 декабря на календаре, и остается ровно 24 дня до главного зимнего праздника. И наш генеральный спонсор, строительный холдинг K7 Group, тоже с приятными новостями. Если у вас нет возможности проехать в офис компании, теперь у них есть консультационный центр в здании Народной канцелярии на первом этаже, напротив от Басы банка. Все стало намного проще, ведь сюда, в ЦОН, очень часто приходится заглядывать по оформлению разных документов. Поэтому отдельно не нужно будет приезжать в офис, полную консультацию теперь можно получить, к примеру, пока вы сидите в очереди к специалисту ЦОНа. И коротко напомню об акциях от K7 Group. По-прежнему коммерческую площадь можно приобрести без первоначального взноса, без процентов и переплат на 12 месяцев. И в этом случае для вас один квадратный метр будет стоить всего 100 тысяч тенге. А здесь вы сможете реализовать любой предпринимательский проект. Будь то продуктовый мини-маркет, салон красоты, спортивный зал, спа-центр, коммерческая площадь в жилом комплексе «Алия» станет идеальным стартом для вашего бизнеса. Еще одна программа, о которой невозможно умолчать. Если вы являетесь военнослужащим, то сможете по военной ипотеке вложить лишь 15% первоначального взноса с годовой процентной ставкой 8% сроком до 25 лет и приобрести заветное жилье. Для тех, так сказать, гражданских лиц тоже существует множество вариантов приобретения квартиры. Как за наличный расчет, так и в ипотеку. С первоначальным взносом 50%, с рассрочкой от K7 Group по программе обмена авто на квартиру Трайден и по программам от Баса банка. Есть, кстати, и цифровая ипотека от банка Freedom Finance 7-20-25. Телефон для справок 8-747-207-0404. Инстаграм K7 Group Актобе. Доверяйте лучшим, стройте будущее вместе с K7 Group. Декабря – среда. Среда не пятница, конечно, но помечтать охота. Вот и я сижу и мечтаю, что же мне подарят на Новый год. Может, новый телефон? Ну, вроде он и так новый и недавно куплен. Может быть, авто? Хотя и авто с пробегом 83 тысячи километров за 4 года тоже почти можно считать новым автомобилем. Но вот ремонт сделать бы до Нового года в квартире или после Нового года – это было бы куда полезнее. Однако за ремонтом придет головная боль с мебелью. То гостиную надо, то кухню менять. Сами понимаете, всегда эти вопросы возникают. Ой, зачем же мне голову ломать-то? Где и за сколько покупать мебель и сопутствующие товары для дома? Ведь все есть в Туркэви и даже сполна есть. Покупаешь сейчас товары в Туркэви на сумму от 50 тысяч тенге и становишься участником новогоднего розыгрыша. А на эту сумму можно приобрести очень много, ведь сейчас скатерти из льна, хэбэ, гобелена, шелка, велюра с тефлоновым покрытием со скидкой всего от 5000 тенге. Постельные наборы хэбэ качества тоже по акционному предложению от 10 тысяч тенге. По аналогичной цене от 10 тысяч тенге можно найти в Туркэви и халаты. Кстати, отличный подарок на Новый год. И даже если вам требуется посуда, тогда тоже скорее бегите в Туркэви, потому что здесь идет распродажа посуды. Скидки в минус 50%. Но помимо этого в Туркэви есть и очень оригинальные деревянные наборы. В общем, покупаете в Туркэви все необходимое на сумму от 50 тысяч тенге, вам выдают купон, вы его заполняете и опускаете в куб для сбора купонов. Розыгрыш состоится уже 25 декабря этого года в прямом эфире телеграм-канала Туркэви в 15:00. Запомните, в 15:00. Главный приз как раз-таки та самая гостиная Мирич, шикарнейшая, о которой мечтают все хозяйки Актобе. Но во время розыгрыша будут и другие утешительные подарки. Их будет 10. А еще будут сертификаты со скидкой 50% на текстиль. Магазины расположены не только, вот мы обычно говорим, что расположен Туркэви по проспекту Санкибай-Батыра 24Т. Но магазин Даби также расположен в торговом
доме Мега Шигыс, третий блок, нулевой этаж, бутик 77. Ну, просто и легко их найти, конечно же, просто в Instagram собачка Туркеви, чтобы быть в курсе всех скидок, условий новогоднего розыгрыша и других новостей. Пока рассказывала о самых последних новинках, время пролетело, и настал час звезд. Да не Димы с Машей, а тех самых звезд, которые рассказывают нам, каким будет день сегодняшний. Давайте дадим им слово. Астропрогноз на 7 декабря. Овен. Вероятно, ваше финансовое положение значительно улучшится, что будет честно заслужено напряженным трудом предыдущего времени, а также и стабилизацией материальной базы компаньонов. Телец. Миром сегодня правят темные силы, а значит, любой может стать жертвой обмана, грабежа, провокаций. Предвидя сложную ситуацию, вам придется заранее предусмотреть возможные варианты выхода из нее. Избегайте злых людей, делайте только то, что считаете необходимым. Близнецы. Любовные отношения могут складываться довольно легко и будут строиться на основе общих интересов. Вам не следует ссориться с партнерами, от которых вы зависите материально. Избегайте конфронтации. Рак. Ваше положение на работе зависит от взаимоотношений с шефом. Будьте предельно корректны с ним, четко и в срок выполняйте порученные задания. Как ваши заслуги, так и промахи сейчас на виду. Лев. Сегодня кто-то из вас получит известие о наследстве. Кто-то может искать выгодные варианты вложения денег. Не стоит рисковать в финансовых вопросах. Не рекомендуется взаимодействие с банками и страховыми компаниями. Дева. Вероятно, что все поступки и мысли будут зависеть от той эмоциональной подпитки, которую дают ей другие люди. В лучшем случае они станут выразителями общечеловеческих ожиданий, в худшем – будут внушать всем вокруг опасные и вздорные мысли. Не поддавайтесь гипнотическому влиянию эмоциональных людей. Вы привыкли все обдумывать и принимать взвешенные решения. Поступайте так и впредь. Весы. Влияние планет включает зеленый свет всем серьезным проектам и обуславливает удачный исход всех деловых встреч. Не исключено начало профессионального обучения, что впоследствии позитивно скажется на карьерном росте. Отличная пора для научных и профессиональных исследований. От вас требуется серьезный настрой и последовательность в работе. Скорпион. Для большинства из вас это счастливый день, поскольку многим из них удастся наконец реализовать давнишние планы и замыслы. У вас высокий дух. Взяв инициативу на себя, вы сможете извлечь из своих способностей максимум возможного. Стрелец. Сегодня может значительно расшириться круг друзей и единомышленников, причем это будут в большинстве своем люди, либо очень образованные, либо пользующиеся авторитетом и наделенные властью. Постарайтесь с их помощью воплотить в реальность свои оригинальные идеи и новшества. Козерог. Прибыль может принести творческая деятельность, хобби. Увеличатся шансы выигрыша в лотерее, в азартных играх, в игре на валютном рынке. Водолей. Финансовые дела фирмы или лично ваши могут приблизиться еще на один шаг к цели. Вы заключите взаимовыгодные договоры. Смело совершайте сделки, они принесут хороший доход, клиенты будут довольны. Рыбы. У вас могут появиться все возможности для налаживания взаимоотношений с окружающими людьми. Они могут обладать достаточной душевностью и искренним интересом к их делам, поэтому без труда завоюют симпатии коллег и начальства. Не стоит планировать мероприятия, требующих участия властей и законодательных органов. Ну что ж, не для всех день бывает удачный. Это как с лотереей. Не знаешь, ведь выиграешь или проиграешь. Но с сетью магазинов «Анвар» вы всегда в выигрыше и в плюсе. А все потому, что «Анвар» предлагает не только суперцены на продукты и акции, скидки на товары, но и еженедельно разыгрывает по 10 подарков и 10 миллионов тенге.
Итак, каждую пятницу в 17:00 в прямом эфире Instagram @anvar_retail проходит розыгрыш 10 подарков. Чтобы принять в нем участие, необходимо лишь купить продукцию трех брендов. Это «Золотые горы», «Иртыш» и «Три желания» на сумму всего от 1500 тенге. Финальный розыгрыш от торговой сети «Анвар» 5 миллионов тенге состоится 30 декабря. Но также 10, 17 и 24 декабря, а потом еще и 7 января уже 2023 года в 12:00 в прямом эфире Instagram @anvar_retail разыгрывают 10 миллионов тенге. Для участия в этом розыгрыше необходимо совершить покупку на сумму 7000 тенге в супермаркетах, 15000 тенге в гипермаркете и 50000 тенге в оптомаркетах «Анвар». Далее вам выдают опять же слип и купон участника. Вы его заполняете, крепите к нему слип и опускаете в куб для сбора купонов. И все! Условия очень простые. Участвовать могут все. А накануне Нового года столько подарков, столько невероятных и неповторимых эмоций и впечатлений, которые как раз-таки и дарит вам «Анвар». Время еще есть, а к Новому году вы ведь все равно покупаете продукты для того, чтобы ваш праздничный стол был красивым и вкусным. Так попробуйте еще и подарки за это получить. А наши сегодняшние именинники, кстати, уже получают поздравления и подарки. А вот у кого сегодня день рождения, полистаем календарь и узнаем подробности. Седьмого декабря, начиная с 1996 года, отмечается Международный день гражданской авиации. Дату учредила Генеральная ассамблея ООН своей резолюцией и настоятельно призвала правительство, а также соответствующие национальные, региональные, международные и межправительственные организации предпринять соответствующие шаги для его празднования. Цель дня – информирование широкой общественности о вкладе гражданской авиации в социально-экономическое развитие государств-членов, а также об уникальной роли специализированного учреждения Организации Объединенных Наций в объединении усилий стран по созданию высокоскоростной глобальной транспортной сети на службе всего человечества. В США 7 декабря отмечают Национальный день памяти – годовщину нападения на Пёрл-Харбор. Эта памятная дата посвящена событиям 7 декабря 1941 года, когда японская авиация атаковала базу США. Эта атака послужила поводом для вступления США во Вторую мировую войну. Атака на Пёрл-Харбор, крупнейшую военно-морскую базу США в Тихом океане, продолжалась всего пару часов. Но за это время японская авиация сумела уничтожить едва ли не весь Тихоокеанский флот США. Также 7 декабря отмечают необычный праздник – День любителей поспать. Сон благотворно влияет на нервную систему и в целом на организм. Не стоит себе отказывать в этом полезном занятии. Доказано, что восстановление режима сна положительно влияет на иммунную систему, в том числе на борьбу с вирусами и способность противостоять болезням. Вот только всегда возникает вопрос, а сколько по времени нужно спать? А в 2010 году ученые из Великобритании и Италии провели масштабное исследование, охватившее 1,5 миллиона человек. Так была установлена статистическая закономерность. У людей, которые спят менее 6 часов в сутки, риск преждевременной смерти из-за проблем со здоровьем увеличивается на 12% по сравнению с теми, кто спит 8 часов. Однако у любителей спать больше 9 часов в сутки такие риски повышаются до 30%. 7 декабря в 1964 году был основан Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Конечно, он существовал и до 1964 года, однако носил разные названия. Итак, до 1917 года это был Императорский Эрмитаж. С 1964 по 1991 год Ордена Ленина Государственный Эрмитаж. Современный Эрмитаж – это музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства, который является одним из крупнейших художественных музеев в мире. Главный музейный комплекс включает в себя 6 связанных между собой зданий – Зимний дворец, запасной дом Зимнего дворца, Малый Эрмитаж, Большой, то есть Старый Эрмитаж, Новый Эрмитаж и Эрмитажный театр. В них открыты для посещения 365 залов. Также в распоряжении музея находится главный штаб, музей императорского фарфорового завода, реставрационно-хранительский центр «Старая деревня» и Меньшиковский дворец.
Общая площадь помещений зданий Государственного Эрмитажа составляет 233 345 квадратных метров. Экспозиционно-выставочная площадь – 100 000 квадратных метров. Свою историю музей начинал с коллекции произведений искусства, приобретенных в частном порядке российской императрицей Екатериной II в 1764 году. Первоначально это собрание размещалось в специальном дворцовом флигеле – Эрмитаже. От французского «Эрмитаж» – место уединения, келья, приют отшельника, затворничества, ныне Малый Эрмитаж, откуда и закрепилось общее название будущего музея. В 1852 году из сильно разросшейся коллекции был сформирован и открыт для посещений публичный музей, расположившийся в специально для этого построенном здании Нового Эрмитажа. Сегодня, 7 декабря, свое 63-летие отмечает советский российский музыкант-духовик, певец, автор песен, композитор, актер, солист группы «Моральный кодекс», заслуженный артист Российской Федерации Сергей Мазаев. Он родился в 1959 году в Москве. Музыкой начал заниматься с 11 лет. Окончил музыкальное училище имени Ипполитова Иванова по классу кларнета, институт имени Гнесина. Учился на экономическом факультете МГУ имени Ломоносова. Во время службы в армии участвовал в трех парадах на Красной площади в составе сводного военного оркестра Московского гарнизона. Во второй половине 1980-х годов играл в группах «Автограф», «Калинов мост», «Музыкальный семестр», «Здравствуй, песня», «Шаровая молния», а в 1989 году стал бессменным солистом и лидером группы «Моральный кодекс». Сергей Мазаев женат дважды. От первого брака у артиста есть сын, от второго – дочь и сын. Еще одним именинником и юбиляром сегодня является российский музыкант, лидер группы «Звери» Роман Зверь. Ему исполняется 45 лет. В школе Рома учился, как обычно, и вообще был ничем не примечательным мальчишкой, как все. Тусовался в компании таких же, как он, друзей, проводил время так, как это принято у молодежи. А в старших классах вдруг увлекся музыкой, самостоятельно выучившись играть на гитаре. Роман работал по специальности, а учился он на строителя. Но однажды случайно познакомился с Александром Войтинским, продюсером. Так осенью 2001 года появилась группа «Звери». Доброе утро! Тем, кто только присоединился, вы смотрите утреннюю программу с Аселей Розенгалиевой на телеканале Рика ТВ. Сегодня среда, 7 декабря. 17 декабря у Асем Казбековой будет сольный концерт. В одном из прошлых эфиров мы записывали с ней интервью, и она рассказывала о коллегах-артистах, которые приедут из других городов Казахстана и даже из других стран, чтобы поддержать ее. Концерт будет накануне Нового года, так что обязательно сходите, поднимите себе настроение. Билеты уже есть на сайте Тикетон и в кассе филармонии. А еще можно насладиться предновогодней суетой, позволив себе уединиться в оздоровительном центре Шипала Аяла. Здесь такой огромный комплекс процедур, что вы просто пожелаете остаться здесь навсегда. И это грязелечение, парафинолечение, лечебные ванны, ингаляции, массажи, ЛФК, физиотерапевтические процедуры, магнитотерапия, электрофорез, дорсанвация, ультразвуковая терапия, скипидарные ванны. Но помимо этого еще есть циркуляционный душ и душ Шарко, и кедровая бочка, пятиразовое питание. Отличный отдых вам обеспечены. Конечно, вы можете разместиться и всей семьей в полулюксе, который рассчитан как раз-таки на 2-3 человек. А можете стать вообще VIP-клиентом. В санаторно-курортном комплексе Шипала Аяла есть тренажерный зал и банный комплекс. Порадуйте себя и близких. Подробности по телефону 8 701 240 264 06 12. А вот остальная информация предоставлена в их Instagram. Собачка Шипала, нижнее подчеркивание, Аяла. Думаю, для каждого из нас этот год был немного стрессовый, и мы уж точно с вами заслужили отдых в Шипала Аяла. Так что позвольте себе в конце года чуточку релакса и приятных эмоций. А мы прямо сейчас подарим вам положительные эмоции, познакомив вас с нашим первым гостем. Cold
to chew my bones. It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Are we taking time or time out? I can't take the in-between. Asking me for space here in my house. You know how to fuck with me. Acting like we're not together. After everything that we've been through. Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant. When we're kissing. Feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know. Продолжаем наш утренний эфир. Напомню, что сегодня среда, 7 декабря. И буквально пару дней назад в Актобе из Астаны прилетели наши спортсмены. Вот с какими новостями расскажут они сами. Давайте буду вас знакомить. Сегодня на студии Абдулахат Анесов, тренер, и Эдуард Конакбаев, тренер, выступающий спортсмен. Здравствуйте, молодые люди. Здравствуйте. Очень приятно в студии видеть красивых молодых людей, целеустремленных к тому же. Спасибо за приглашение. Абдулахат, наверное, начнем с вас, потому что информационным поводом стало как раз таки мероприятие, которое проходило 3 декабря в Астане. Это был международный турнир по бодибилдингу. Ага. Вы возили своего подопечного, ездили сами, но не Эдуарда, молодой человек. Да, был. Получается, на данный момент я работаю как и в офлайн-режиме, так же в онлайн-режиме. Я когда услышала, что выступающий был в онлайн-формате у вас, то есть подопечный вообще, он живет в Алма-Ате, вы его тренируете, возили на турнир и с такими результатами вернулись, я просто обалдела, честно признаться. Рассказывайте про молодого человека, как он вышел на вас? Мы уже давно знакомы. Вот буквально месяца два оставалось до соревнований, он обратился ко мне. Это получается самый такой более ответственный момент. Как бы подвести спортсмена к той форме, которая... Да, к соревновательной форме. За два месяца можно? Нет, до этого он, естественно, уже как бы все проработано было. Моя работа была такая, как ювелирная, можно сказать. Он выступал там, есть определенные номинации, да, категории есть, наверное, так лучше будет сказать. Он в категории в какой выступал? Men's физик или же пляжный бодибилдинг. Но я больше всего готовлю Men's физик категорию. Те, кто выступает в шортах. А чем отличаются вот Men's физик от других категорий? Там ребята, я знаю, выступают, ну, девушки, по крайней мере, я больше все-таки слежу за девушками. Они бывают выступают и в платьях, и в купальниках, и так далее. Вот то же самое получается у парней. Вот бодибилдинг, они выступают в трусах. И так далее. А Men's физик это уже в шортах. Ясно. От категории зависит. Итак, какое место, с каким результатом вы вернулись из турнира? Заняли первое место в своей категории и очень довольны своим результатом. Ну еще бы золото взяли, вернулись. Он в Алма-Ату вернулся, вы в Актобе, получается. Вот таких онлайн-подопечных много у вас? Достаточно. Потому что, я так понимаю, все-таки, глядя на вашу форму и на ваши результаты, потому что вы тоже, я не знаю, сейчас выступаете ли, но были выступающим. Также готовлюсь. Я также выступающий спортсмен. Глядя на ваши результаты, они приходят к вам, и вы их подводите к форме. Вот в плане, вы говорите, два месяца для того, чтобы детально проработать какие-то рельефы, да? То есть здесь не только определенные веса и программа тренировок, здесь еще и режим. Тут больше всего режим, питание и определенный подбор витаминов и добавок. Я, честно признаться, аж вздохнула с удовольствием, что это не только тренировочный процесс, потому что я думала, что это нужно жить просто в спортивном зале для того, чтобы иметь вот такую форму. Они все также тренируются по 1.5-2 часа, 3 раза в неделю. Не так, чтобы каждый день по 2 тренировки, как там, у других спортсменов. Там жить, да. Абдулахат, давайте, наверное, с Эдуардом продолжим, потому что Эдуард также является вашим подопечным, но хорошо, что живет в Актобе. С Абдулахатом как давно знакомы, и вы в каких турнирах выступали, на каких чемпионатах, с каким результатом? Тоже всегда золото? Первый раз я выступил W и BB.
там взял золото, да. Это потом выступил, а в этом году же, получается, в мае, IBB категория, там зашел в топ-5. Это первый раз выступление. Потом я посмотрел на своих соперников и уже доминировал отстающие места. И получается, уже в август готовился. Абдуллахат я давно знаю. И то же самое, я уже обратился к нему, как называется, ювелирные. Как раз работа, да, та самая, да, что та самая, то, что надо, да. То, что на сцене видно, то, что позировка вот эти, как смотрится, это все он выставил. Это вот вы говорите об августе, о том мероприятии, которое проходило у нас в городе впервые. Да, впервые. Это был чемпионат, да, по бодибилдингу, это было масштабно. Да, я там стал чемпионом Men's Physique до 1,72 роста там. Да, сейчас уже дальше продолжаю уже с Абдуллахатом дальше работать, уже готовиться. Да, к чему готовитесь, расскажите, мне кажется, вот здесь это будет интереснее. Да. Будем готовиться уже к будущим. На апрель будем готовиться, это получается как у нас? Сперва Евразия будет в апреле, да. Потом чемпионат Европы в мае. Он будет где проходить? Евразия у нас в Алмате будет впервые также проходить, а чемпионат Европы будет в Испании, в городе Санта-Сусана. Слушайте, мы тут планы до конца года загадываем, а уже на апрель, на весну 2023-го, то есть вы уже четко... У нас такой вид спорта, то, что нужно заранее все просчитывать и рассчитывать. Нам это мало даже. Для того, чтобы подготовить форму. Подготовиться, да. Каким образом? Почему мало? Вот кто-то... Я другие сферы деятельности. Нужно у нас успеть и набрать вес, и обратно его также подвести. Эдуард сейчас какой период проживает? Сейчас кушает. Много кушает. Массонабор. Массонабор до какого примерно? Ну, я к тому, что до скольки килограммов он должен набрать и сколько потом сбросить для того, чтобы вот эти вот рельефы как раз и появились. У нас больше не килограммы, наверное, больше визуально. Визуально. То есть вы не смотрите на вес? Нет. У нас даже на соревнованиях наша категория, оно по ростовой делится. Нет определенных критерий по весу. Ну, потом, когда начинаете уже сгонять все это, в любом случае вес же как-то он убавляется. Да, он избавляется очень прилично. Либо он может остаться таким же, но больше мышц. Ну, вес в любом случае уйдет. Вес, да, уйдет. У меня около где-то 8 килограмм уходит. 7-8 килограмм. Для девушки 8 килограмм – это очень много, это очень хорошо. А не знаю, как для мужчины. При этом остается объем. Ну, сейчас вы проживаете тот самый прекрасный период, да, когда, я так понимаю, есть можно все и в больших количествах. Но здесь идет ли тоже подсчет и смотрите ли на качество продуктов? Потому что, я так понимаю, есть все, что попало, вам тоже нельзя. Да, естественно. Под пристальным взглядом, да, тренера. Желательно кушать правильно, но иногда в любом случае можно разгрузку сделать такую. В Инстаграм очень часто вижу у вас, да, четкая еда, вот это вот все просчитано, все выверено. И в данном случае вот хочу провести параллель. Я знаю, что супруга у вас готовит. И очень часто бывают такие пары, когда она занимается строго питанием, не только для супруга, но и в целом для того, чтобы делать на этом бизнес. Вы же являетесь лицом этого продукта. Есть в задумках в целом? Вообще в планах есть такое. Ну, еще в процессе. Ясно. Что касается нынешней жизни спортсмена, вот ваша сфера деятельности, она такая, что неделю без тренировок, по-моему, уже форма теряется. Нужно постоянно держать ее. Расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, почему именно бодибилдинг выбрали вы, к примеру? Вот, например, тренируемся, ну, когда дома, да, естественно, а что еще делать? Тем более в зале работаешь, также ходишь. А когда отдыхать куда-либо, в отпуск уезжаешь, я полностью отказываюсь от всех тренировок и от всего, даже от питания. То есть здесь отдыхаю нужно полностью отдохнуть? Да. Когда то, есть возможность, быть... лучше отдохнуть. И потому что быть постоянно в режиме тоже достаточно сложно. Да, конечно, это угнетает центральную нервную систему, а там как бы во время отдыха полностью разгружаешься. Еще один момент. Вот вы говорите, и все равно я работаю в любом случае в спортивном зале и между делом тренируюсь. Когда вы успеваете? Потому что я знаю, что у вас очень много своих подопечных, кого вы ведете. Не только молодые люди, девушки тоже к вам приходят, соответственно, за формами. Красивыми формами. Работаю я с 6 утра. И когда появляется окошко, там час-два для себя оставляю во время обеда. Тогда и тренируюсь.
Если говорить вот о тренировках для наших телезрителей, как-то они делятся лучше все-таки до обеда, после обеда или вечернее время? Есть ли какие-то исследования? Или, может быть, какие-то наблюдения с вашей стороны? Или все индивидуально? Сколько раз я думал об этом, тоже раньше казалось, то, что многие говорят, кому-то утром удобно. Да. А некоторые, наоборот, с утра как бы не очень, а вечером хорошо. Как у вас, Эдуард, складывается? Потому что вы также являетесь тренером, к вам также приходят с теми же запросами, но чаще с какими? Все-таки похудеть или форму приобрести? У меня, например, мужчины приходят, ребята приходят, чтобы набрать. Набрать. Да, девушки приходят, чтобы похудеть, либо коррекция формы. А вот еще один вопрос. Больше девушек или мужчин, вот если говорить о современности, вот сейчас, о нынешнем времени, какие запросы? И вот лет, не знаю, может быть, год-два назад, какие были запросы? Больше девушек, мужчин? Ну, я начал тренировать людей только недавно. А до этого я сам только тренировался, сам только занимался с этим спортом. Ну, запросы у девушек, как обычно, форма, да, накачать нижнюю часть, ноги. Мужчины верхняя часть, да? Да, мужчины верхняя часть. Я основной рельеф. На меня смотрят, они хотят и хочу, как вы. Надо работать, плюс питание. Придерживаются ли питания или все-таки бывают, что нарушают, и не каждый приходит раз, как вы, и к правильному питанию? Ну, для этого и должен быть мотивация, какая-нибудь цель, чтобы все соблюдать. Без цели невозможно это. Вот у вас у самого какая цель? Это вот выступление все-таки, потому что Испания – это серьезно. Да, вот и серьезно готовимся под руководством Абдулхата. А все-таки девушек или парней больше? Сейчас у меня 50 на 50. Абдулхат, как у вас? На данный момент у меня больше мужской был. Мужчин все-таки побольше. Да. Еще раньше, один такой момент. Наоборот, да. Раньше девушки все-таки. Еще один такой момент. Как давно вы в спорте, вот именно в бодибилдинге, я имею в виду? Абдулхат, вообще уникальная история. Первое выступление было в 2017 году. Вообще в зал я пришел в октябре 2015 года, как раз таки в Пульс Фитнес, где вы раньше тоже занимались. 2015 год, это получается октябрь. 7 лет, да? За 7 лет можно не только форму приобрести, но еще и выступать, получать золото и быть лучшим первым. Главное желание. Главное желание. Какая у вас на тот момент была цель, вот когда вы пришли в зал? Ну, вообще я устроился туда охранником. На улице как раз зима была, на улице холодно, я просто на турниках хотел позаниматься. Как бы два в одном получается, и работа, и можно и позаниматься, почему бы нет. Вот я как раз и говорю о той уникальной истории, действительно, когда у каждого она своя. И в результате вылилось вот в то, что вылилось. Какие планы на будущее еще? Также выступать. Готовить? На данный момент у нас один зал открылся. Думаю, будет сеть тренажерных залов по городу. Ну и также готовиться выступать. А в плане укомплектованности, кстати, вот тренажерные залы сейчас, казалось бы, много, но тем не менее приходят именно на результат. В любом случае здесь без этого никак. Но вот по оснащенности еще один такой момент, потому что оборудование достаточно дорогостоящее сегодня. Я просто к тому, что я видела недавно, что привозили новые комплексы. Часто ли привозят? Когда Абдулхат сильный такой разгружал, ну и, соответственно, помогали коллеги, тренеры из тренажерного зала. К сожалению, не так часто, но качественные. От качественного оборудования тоже много зависит? Да, естественно. Там все углы подбираются, ну, работают как надо, без каких-либо искривлений. Чтобы все мышцы как бы чувствовались и работали. Ваш зал очень молодой, скажем так, буквально открылся несколько месяцев назад, наверное, лучше так будет сказать. Но такой приобрел популярность, потому что девушки приезжают для того, чтобы потренироваться в вашем зале из других районов города. Да, то да есть, кстати, много. Все мы знаем укомплектованность Батыс. Из Мартука приезжает, из Хромтау приезжает. Молодые люди в том числе. Да. За результатами, как у Эдуарда? Ну, дай бог. Эдуард, какая у вас история? Может быть, она у вас тоже уникальнейшая? Да, я занимался разным видом спорта. Занимался легкой атлетикой в колледже, потом занимался кикбоксингом, борьбой чуть-чуть. Потом уже надо было мышцы набирать уже, когда я был тогда, как говорится, дрыщом. Нет, а сколько килограмм у вас было? В то время у меня было 51. 51 – это… Да, ну, для 20 лет, ну, пацаны, это мало.
Потом я начал уже потихоньку на железо переходить. И постепенно уже железо занимался. А профессионально занимаюсь уже, это получается, в феврале будет 2 года. За два года. То есть мы сейчас говорим о том, что мы с Абдулахатом 7 лет, будет 2 года, и вот такой вот результат. Да. Всегда у меня спрашивают, вот когда приходишь в тренажерный зал, нужен ли тренер? И вот в данном случае я на своем языке объясняю, да, но вы вот как профессионалы, спецы, скажите, вот почему и зачем нужен тренер в тренажерном зале, особенно для новичка? Не то, чтобы новичок, я так скажу, что... Тренер нужен всем. Всем. Даже... Тренеру нужен тренер. У меня тоже есть тренер. На онлайне, он в России, я с ним уже 2 года работаю. Так что для новичков я не вижу смысла заниматься просто так. Без тренера. Сопровождения. Да, это может привести к какой-либо травме, либо... Ну, пришел, позанимался, желание пропадать начинает, и все, как бы мотивация такой либо. А тренер, он хоть как-то уже будет и мотивировать, и следить за процессом тренера. Ну и опять же, на примере даже Эдуарда. Эдуард является сам тренером, но тем не менее он пришел к вам за результатом. У него другой, конечно, запрос, понятное дело, но в любом случае выступление тоже своя цель. У меня тоже такие подопечные есть, которые годами ходили. Ага, вот результаты. И да, вот результат. И получается, за полтора-два месяца они уже веса хорошие подумают. Они сами в шоке даже. Они сами боятся. Один подопечный у меня раньше поднимал 40 килограмм. 40, максимум 60. А недавно он поднял 110. Он сам в шоке. В 2 раза. То есть его вес увеличился в 2 раза. Да, потому что у них, получается, страх есть, во-первых. И во-вторых, как-то... неуверенность. Поэтому тренер всегда его мотивирует, контролирует, технику ставит. Слабые места уже видит. Да, видит. И поэтому уже результаты идут. Ну вот 51 килограмм был у вас. Сколько вы сейчас весите? Я сейчас 76. 76. За 2 года, Абдулахат. Ну это просто случай тоже уникальнейший. Каждый ли вот приходит с таким запросом, причем на короткое время? И как вы, прямо в глаза говорите или стараетесь корректно объяснить, что так не получится? Всегда стараешься на обход идти, чтобы не обидеть. Человека, да. Особенно девушки, они же такие более нежные создания. Какие еще моменты именно в вашем виде спорта? Потому что, к примеру, те, кто занимается борьбой, у них проходят тренировки практически ежедневно, и они занимаются 2 раза в день. Угу. В вашем виде спорта так нельзя. Так нельзя, да. У нас чем чаще занимаешься, получается, начинаешь терять мясо, ну, мышцы в целом. Так. Перегорать начинаешь. У нас-то, мы же не с людьми тренируемся, получается, у нас все с железом идет. Из-за этого нужно все аккуратно, чтобы под расчетом, чтобы питание было, там, калораж каждый, чтобы лишнее не перегорало. Ну, ребята, что могу сказать? Планы у вас грандиозные на весну будущего года. Могу пожелать вам успеха в вашем труде. Еще один момент напоследок, да, все-таки объяснить нашим телезрителям, вот почему именно бодибилдинг? Как-то затянуло, знаете, это даже больше сказать вид спорта одиночки, наверное. То есть это не так, чтобы работать именно с людьми, понимать его психологию? Да, тут просто в одного можно даже. Угу. Почему нужно заниматься бодибилдингом? Вот еще такой момент. Не нужно заниматься бодибилдингом. Нужно заниматься фитнесом для себя. Для себя. Это полезно. Любой профессиональный спорт, это уже в любом случае ты идешь вопреки чего-то. А цена дорогая, которую приходится платить за красивое тело? Вот. Прям вот вопрос такой. Ну, смотря... Какая цель, да, я понимаю. Да, кому как. Я на этот год ставлю на кон много чего. Спасибо вам огромное, успехов вам. Приятно было поговорить с красивыми, подтянутыми ребятами, встретить вас в этой студии. Рассчитываем на то, что
типа, весной будущего года в студии встретимся вновь, и уже будут другие результаты, и, понятное дело, будут успехи. Спасибо большое. Напомню, сегодня на студии были два тренера, два красивых парня. Это Абдуллахат Анесов и Эдуард Хонакбаев. Эдуард является еще и выступающим спортсменом, вот как раз на весну готовится к двум мероприятиям, одно из них международного формата. На этом наша программа не завершена. Сейчас попрощаемся с молодыми людьми и в студию вернемся вновь. Продолжим нашу программу. Не переключайте канал. Пока жду следующего гостя, напоминаю, что с 9 декабря по 8 января в торгово-развлекательном центре «Актобе-молл» будет открыт парк космических приключений. Еще больше космоса, развлечений и науки. Он, кстати, не только для детей, но и для взрослых. Вас ожидает настоящая подготовка в космонавты, тренировки на космических аттракционах, испытания гравитации, VR-квесты, Тесла-шоу и многое другое. Знания о космосе, аттракционы, шоу объединены с современными технологиями. Телефон для справок 8-702-802-94-11. А лучше переходи на сайт и узнай больше cosmodrive.kz/Актобе. Напомню, что Актобе-молл у нас расположен по проспекту Санкибай-Батыра, 14D, с 9 декабря и по 8 января. Ждите! Уже завтра, в четверг, 8 декабря, одно из подразделений медиа-холдинга, в данном случае я говорю о радиостанции «Актобе-радио», будут отмечать свой день рождения. Сколько им исполняется и каким образом они будут отмечать эту дату, расскажет исполнительный директор «Актобе-радио» Сергей Довголюк. Здравствуйте. Доброе утро. Итак, сколько исполняется радиостанции? Я хочу, чтобы наши телезрители услышали эту дату из ваших уст. Ну, нам исполняется 23 года. Некоторые, молодежь даже, столько не жила. То есть они родились, а уже Актобе-радио было. А мы отмечать данное событие будем, конечно, традиционно, празднично. В эфире у нас целый день мы будем разыгрывать подарки. То есть звоните, принимайте участие, выигрываете. Так что ничего сложного. В этом году мы, правда, немного решили отказаться от WhatsApp и электронной почты. Почему? Некоторые наши радиослушатели иногда обижаются, что они не могут проконтролировать, ну, то есть мы действительно разыграли приз или нет. То есть немного сложно выявить победителя. Точнее, победителя мы выявляем, а вот доказать, что это действительно настоящий человек, да, мы не забрали этот приз, то это сложно доказать. Поэтому мы решили поступить. Только будете принимать звонки в прямом эфире? Да. Ну, к тому же у нас есть категория постоянных радиослушателей, которые даже звонит к нам, требует... конкурсы, да, конкурсы, там, разыграйте что-нибудь, сделайте что-нибудь, вот, и они периодически звонят не только в эфир, но и вне эфира, поздравляют с разными датами, событиями, и я думаю, у них будет хорошая возможность высказаться, поздравить нас, да, мы любим, когда нас поздравляют. Ну, я знаю, что у вас есть радиослушатель, который звонит даже вне эфира для того, чтобы уточнить, какие новости произошли в городе и непосредственно какие новости произошли в спортивной жизни не только нашей страны, но и в целом в мире, правда? Да, есть такой у нас радиослушатель, он пенсионер, ему, по-моему, или 69, или 71 год, и... Я помню, что он говорил насчет юбилея своего. И дело в том, что он не видит, он либо плохо видит. И он послушает радиостанцию, ну, новости, звонит к нам и обсуждает, хорошо ли это, плохо, что происходит в мире, что происходит. Ну, он очень любит футбольный клуб «Актобе», он болеет всей душой. И поэтому он
когда слышит какую-то новость про футбольный клуб Актобе, он прям радуется, звонит и говорит, а вот, там, остается такой-то футболист, да, это правда, вы в новостях так сейчас сказали. Я говорю, да, это подтвержденная информация. Или, например, сейчас футболист футбольного клуба находится в отпусках, и он звонит почти каждый день, говорит, да когда же они соберутся-то? Я уже соскучился. Я говорю, смотрите. А почему он не смотрит чемпионат мира? Да, я говорю, смотрите. Он говорит, ну я слушаю, говорит, на... Ну, говорит, я все-таки болею за футбольный клуб Актобе, а не там за сборную Бразилии. Еще один такой момент. Ну, все-таки радиослушателей очень много. Слушают они вас на разных носителях. Кто-то слушает в онлайн-формате посредством сайта. Кто-то слушает в автомобиле, да, ну, если он, допустим, является частным извозчиком, то есть включил радиостанцию, кто-то слушает дома, у кого есть все-таки приемник. Бывает, что хозяйки что-то готовят, телевизора на кухне нет, да, и она вот включает радиостанцию, слушает. То есть я думаю, что платформ разные есть. Если вы каждому своему радиослушателю будете уделять столько времени, когда вы будете работать? Ну, к счастью, не все звонят в радиостанцию, да, есть. Есть, наверное, те, кто не может дозвониться. Ну, может быть, думают, а смысл? Я и так новости послушал, музыку послушал. Есть люди просто, которые неравнодушны действительно к нашей радиостанции. Вот, например, вы сейчас затронули тему вещания Актобе радио в интернете. Что происходит, когда по каким-то техническим мы причинам перестаем вещать? Ну, такое иногда бывает, сбои там. Да, иногда сайт может просто подвиснуть или упасть. Да, и может быть и такое, но к нам сразу же на электронную почту приходит сообщение из разных стран, причем есть и из районов, там, в Хабде нас слушают через интернет, с Германии, с Польши нам пишут, с Финляндии писали периодически, что у вас пропал сигнал, возобновите, мы слушаем новости. То есть люди, которые, видимо, переехали когда-то из Актюбинска, они, ну, у них ностальгия по нашим новостям, по нашему городу. Плюс, к тому же, нам же 23 года, и, видимо, мы часть их жизни все-таки, ну, зацепили в нашем городе. И они как-то так ностальгируют, да, слышат Актобе радио. Но пишут постоянно, я так скажу, что мы знаем, где нас слушают и примерно кто нас слушает. Еще один такой момент, да, вот сейчас многие говорят, это вот как цитата из всеми знакомого фильма и всеми любимого фильма, через 20 лет не будет ничего, останется только телевидение, да, вот сейчас говорят, что большинство все-таки ушли в социальные сети. Одно из наших подразделений, опять же, уходит в онлайн-формат, и мы уже об этом объявляли. Вот, несмотря на все это, находят платформы, где можно послушать любимую радиостанцию Актобе радио 101.4 FM, набирают, слушают новости из Актобе и так далее. В любой точке мира. Да, это очень большой плюс, да. я скажу. И в то же время, возможно, да, действительно, скоро не будет ни радио, ни ничего, но оно будет находиться на просторах интернета. То есть возможности в интернете, они намного больше. Дело в том, что как-то к нам на программу позвонила женщина, которая сама находилась в Алмате, да? Она выиграла у нас конкурс, да, и она единственное сказала, ну, давайте вы подарите свой подарок другому там радиослушателю, но я в Алмате, вот я вот слушаю, мне так понравилось, вот решила дозвониться. Вот. То есть возможности дозвониться можно без проблем, интернет есть, слава богу. И послушать нас можно в любой точке мира. Главное – желание. Да, но и главное, наверное, многое ли зависит от контента? То есть какие у вас есть программы, какая наполненность именно, потому что вы вещаете круглосуточно и днем, и ночью. Это в любом случае у вас всегда сотрудник находится на радиостанции, да, который следит за выходами и так далее. Вот касаемо различных программ, ну, новости, соответственно, расскажите, пожалуйста, об этом и о сотрудниках. Программы всегда есть, но мы все-таки делаем еще упор на... Мы позиционируем себя как радио нашего города, поэтому у нас обязательно есть городские новости. То есть вы не услышите на других радиостанциях, если вы поедете там в Алмату, в Астану, в Москву, вы не услышите там актюбинских новостей, если, конечно, какое-то там сверхъестественное ЧП не случилось. А так мы вещаем, рассказываем о событиях, которые произошли в нашем городе. Они бывают иногда действительно злободневные, там автобусы не ездят, дороги не чистят, ДТП такое, которое там перекрыло половину города. Ну,
Об этом можно услышать только у нас на радио. И оно касается, я думаю, что многих горожан. К тому же, например, бывают такие новости, вот некоторые слушают и говорят, вот у вас в новостях было там, что там в театре прошел такой-то конкурс, а вот моя дочка участвовала там. То есть почти все новости Актюбинские, они касаются нас, всех горожан. К тому же есть программы поздравительные. Например, не обязательно, ну, например, на республиканскую радиостанцию сложнее, я думаю, дозвониться, чтобы поздравить кого-либо, передать привет актюбинцам. Я думаю, к нам проще дозвониться, передать привет. К тому же у нас есть WhatsApp, куда можно написать какое-либо сообщение. Там «Привет». Мы зачитаем это в эфире обязательно. И периодически еще у нас выходит программа, вот, посвященная каким-либо событиям. Например, ждите 8 декабря, у нас целый марафон будет конкурсов, розыгрышей и так далее. Потом небольшая передышка, Новый год. Новый год обязательно надо. Это такой, это праздник, где обязательно должны присутствовать подарки. Потому что подарки, Дед Мороз, елка, вот наша ассоциация. Скорее всего, у нас в эфир придет обязательно либо Снегурочка, либо Дед Мороз. Потом в феврале День Валентина. В марте у нас Ноурыз, 8 марта. То есть у нас почти в каждом месяце есть праздники, которые надо отметить. И для этого у нас есть тематические программы. Мы создаем, да, они, ну, как бы... Как говорят, уже многое все, ну, точнее, все придумано, только надо преподнести под другим соусом. Как хитро сказано. Да. Но принцип всегда один и тот же. Мы стараемся развлекать и одаривать призами. Что касается еще немного контента, я знаю, что у нашей коллеги Салтанат всегда поздравительная программа, она такая насыщенная, наполненная различными поздравлениями, не только звонят, пишут, поздравляют с днем рождения с другими датами, и в обеденное время, когда она зачитывает все это на радио, это тоже, ну, знаете, приятно слышать. Ну, многое, если честно, зависит от харизмы человека, и человек, который вот магнит, который притягивает людей, и есть радиослушатели, которые, ну, не успевают дозвониться, и они еще после программы звонят, обижаются, но Салтанат никому не отказывает, она, если остались, например, сообщения, она обязательно выйдет в следующем часе и дочитает эти сообщения. Несмотря на то, что время для другой программы, да, я так понимаю? Дело в том, что две программы нельзя вместе ставить, потому что человеку надо немного перестроиться. То есть мы не телевидение, мы радио, поэтому она пользуется этой возможностью, она дочитывает сообщение и говорит: все, всем спасибо, до свидания, завтра услышимся, и уже пишите свои сообщения, ну, в завтрашнюю программу. Ну, часто очень приходят к нам в студию сотрудники различных ведомств, отделов и так далее. Вот как часто к вам приезжают? То есть проводите ли вы вот такие вот прямые эфиры, только мы вещаем на канале, соответственно, а вы вещаете на радио. То есть есть ли такие программы, есть, когда можно задать вопрос полицейским, медикам? Да, у нас почти каждую неделю. Не почти, а каждую неделю. Вот, например, завтра у нас будет представитель с юстиции, на следующей неделе будет представитель суда, то есть до этого был ЕНПФ. То есть у нас есть такие программы, когда, ну, мы задаем им вопросы, на которые они отвечают. Но вы знаете же наших чиновников, да, они очень боятся каких-то таких вопросов неожиданных, негаданных. Да? Ну, если человек, мы видим, если человек готов, он в теме, то мы с удовольствием принимаем звонки, мы принимаем вопросы. И, я думаю, гостю несложно ответить на них или хотя бы посоветовать, куда обратиться, чтобы получить уже ответ на интересующие радиослушатели вопрос. Ну, за 23 года существования радиостанции вы по-разному всегда отмечали день рождения. Вы выходили и к людям, и проводили различные концерты, и проводили закрытые мероприятия. И, соответственно, ежегодно вы проводите и на радиостанции для своих радиослушателей. В этом году только на радио марафон будет, да, я так понимаю? Да, мы решили немного пока... Знаете, у нас еще...
постпандемийный синдром такой. Мы даже иногда боимся загадывать, проводить мероприятия. Наш последний вот именно мероприятие для людей вне радио было за буквально три месяца до пандемии, да. И, слава богу, мы успели его провести. Мы проводили его в Зимнем саду. Мы приглашали туда наших радиослушателей, мы приглашали, был весь наш коллектив, гостей и так далее, наших спонсоров. И получилось хорошо, но вот эта пандемия нас испугала, да. И теперь мы все-таки немного смотрим, потому что периодически появляются сообщения, что опять появляется вспышка чего-либо там. Но я думаю, что уже в следующем году мы обязательно будем проводить это не только в эфире «Октябрь-радио», но и хотим посмотреть радиослушателям с вами в глаза, да, спросить, как у вас дела. К Новому году, опять же, уже сразу готовитесь, никакой передышки? Нет, мы уже сейчас думаем над тем, что у нас будет, готовимся. Ну, единственное, что могу сказать, если в эфире вы не слышите вот этого потока конкурсов, программ и так далее, это не значит, что все расслабились. Mm-hmm. Это просто как во всем мире все, ну, синусует такой активно, пассивно, активно, пассивно. То есть, чтобы люди немного отдохнули, надо дать им передышку. Через некоторое время ждите, уже в конце месяца будет новая волна хорошего настроения. Что касается музыки, а вот часто ли звонят и просят поставить ту или иную мелодию? Ну, понятно, стол заказов – это отдельно, а вот в целом. И какую музыку чаще предпочитают? Бывает, что кто-то звонит и говорит, почему вы ставите именно ее, да? Может быть, можно было бы поставить вот эту песню, она тоже многими любима. У нас есть музыкальный редактор, который отвечает как раз, да? Да, он формирует плейлисты. Да, звонят, ну не часто, но звонят радиослушатели, которые говорят, а вот у вас из эфира пропала такая-то песня. Угу. Или, например, замечают. Почему? Да, или почему у вас вот такая-то группа не звучит? И мы передаем эти пожелания нашему музыкальному ведущему. Он этот вопрос рассматривает, то есть он слушает музыку. К тому же мы работаем с сайтами. То есть, я имею в виду, мы не просто открываем сайты. Есть хорошая организация в России, которая называется «Топ Хит». Они раскручивают новых звезд. И они нам присылают то есть потенциальных песни, ну, потенциальные хиты. Угу. И мы им отвечаем, то есть будет оно у нас крутиться, не будет. И после всего этого, то есть прослушал там пожелания от наших радиослушателей, плюс там эти новые поступления, наша музыкальная ведущая уже делает вывод, она нашего формата или не нашего формата. Например, кто-то прям просит ACDC, да, поставить. Кто знает, тот понимает, что ну, не все радиостанции такое крутят. Или, например, а почему у вас не крутится классическая музыка? Да, ну это не наш формат. Поймите, что мы не можем ставить там тяжелый рок или там, классическую музыку. Мы не можем там что поставить? Кислотную какую-то музыку, да. То есть у нас свой формат. И чтобы не ушли свои радиослушатели, да, соответственно, вы подбираете так. Обязательно. Просто есть популярная музыка, она заходит многим, я так скажу. Ну, плюс еще сейчас же много смешений, там популярные поп-рок, там поп-диско, поп-хип-хоп. То есть сейчас музыка вот так вот перемешалась, что иногда даже понять не можешь, формат это или не формат, да. Спасибо огромное за беседу. Позвольте еще раз поздравить коллектив «Октябрь-радио» с днем рождения, с 23-летием. Ну, а мне также, в первую очередь, конечно, хотелось бы поздравить основателя радиостанции «Октябрь-радио» Бандровскую Наталью Глебовну с таким замечательным событием, потому что радиостанция появилась 23 года благодаря ей. На этом наша программа не завершается. Проводим сейчас гостя и встретимся вновь. Попрощаемся с вами на финансовой ноте. И чтобы среда была для всех нас денежной, нужно эту информацию дослушать до конца. Я уже скоро буду как профессиональный коуч. Итак, бытует мнение, что чем больше денег, тем круче. На самом деле это не так. Есть популярное заблуждение. Чем больше продадим, тем лучше. Далеко не всегда и это так.
Есть компании, у которых денег много, а посчитали прибыль, оказалось, бизнес убыточный. Как так? Потому что нельзя сказать, что бизнес здоров только по количеству денег. Деньги – это лишь один из главных показателей. Вместе с ним нужно оценивать и прибыль, рост капитала, рентабельность, дебиторку. Представьте, что пилот самолета смотрел бы только на спидометр. Чем выше скорость, тем быстрее долетим, подумал бы. Но есть такие показатели, как высота, температура двигателя, маршрут полета. Без всего этого успешным был бы один полет из тысячи. И то по воле случая, поверьте мне. Поэтому много денег – это, конечно, хорошо, но не только их ставьте в вершину всего. Зарабатывайте столько, сколько необходимо. Тратьте столько, сколько необходимо. Не пытайтесь заработать все деньги мира. Богат не тот, кто много зарабатывает, а тот, у кого больше останется. Учет доходов и расходов доверьте компании «Профсер». Команда профессионалов по цене одного бухгалтера. Работают они, кстати, по всему Казахстану. Номер телефона 8-771-858-99-23. А расположены они в микрорайоне Батыс-2, дом 5D, офис 4. И как я уже сказала, рассчитываю на то, что эта среда будет денежной для вас и прибыльной. Прям заряжаю вас на вот такой вот денежный успех. И прощаюсь с вами совсем ненадолго. В пятницу, 9 декабря, встретимся в этой самой студии и будем встречать других гостей. До скорых встреч, не скучайте!